Вы смотрите новости 7 канала, и мы продолжаем выпуск. 308 тысяч для тяжело больных детей собрали школьники. Я напомню, в этом году несколько школ Красноярска присоединились к акции «Дети вместо цветов». Ребята из этих учебных заведений на 1 сентября решили не дарить учителям букеты, а сэкономленные деньги пожертвовали на лечение больных детей. Сегодня в благотворительном фонде «Добро24.ру» подвели итоги этой акции. В ней приняли участие 83 класса. Им удалось собрать 308 254 рубля. Этих денег хватит, чтобы оплатить лечение восьмерых детей.